Ну вот, друзья мои, я и в Нью-Йорке. Так вы видите, уже там сзади американские флаги. Перенес 11-часовой перелет. Но это еще не конец. Нужно будет еще лететь до Бостона. О, какая интересная экспозиция. Ну, до Бостона близко, всего лишь час полета, так что цель уже не так далеко, истина где-то рядом. Вот. Главное, добрались до материка, а тут уже разберемся, там, такси, макси, попутки. Так, ну ладно, тушу свет, уже позвоню вам, как говорится, с Бостона. А так прикольно здесь. Да. Не, ну это издевательство. Это просто fucking huge airport. Я час шел до этих 38-х ворот. Дошел. И сейчас мне здесь пишут, что выход изменен на 28-е. Если честно, я бы с их расстояниями между этими воротами посоветовал бы построить им метро. Такой же, как примерно в Москве, размерами. Это невозможно. Ну вот я в самолете до летящего до Бостона. Вот, неплохой самолет. Наконец-то я почти у конечной точки. Просто хотел сказать, что здесь сиденье в этом самолете. Хотел передать привет Чингизу Мабушкову. Не знаю, мне лично тесно. Было бы интересно посмотреть, как бы поместился бы Чингиз. Я думаю, что ему пришлось бы покупать 2 билета. Ну что, вот мы и прибыли в Бостон. Сейчас должны нас встречать. Так, ну вот, долгожданная встреча на Эльбе. Сейчас меня машина, если не собьют. Наконец-то я добрался. Меня вот встречают. Как вы уже сейчас узнаете. Вася, привет! Это тот самый бородатый дядя с рыжей бородой. Ну ладно, сейчас мы пообщаемся. Вот сейчас мы едем по одному самому длинному в мире, по-моему. Не особо длинный, но туннель. Ну, очень, я смотрел про него передачу, он длинный. Он длинный. Sumner Tunnel идет в Бостон. А какая у него длительность? Ну, примерно отсюда до туда. Отсюда до туда. Короче, длительность от точки А до точки Б.
Примерно, да. Куда мы сейчас едем? Сейчас покушаем, чаек надо перечь попить. Думаю, то, что... MIT? Справа? Справа. Это у нас что, самый крутой в мире университет, да, я так понимаю? Институт. Институт. Технологии. Массачусетс. И вот сейчас, через 2 минуты, на правой стороне будет еще Гарвард. Гарвард, знаменитый Гарвард. Где он? Прячется там. Блин, темно, не видно, но я, наверное, еще зайдем. Запечатлю это и днем, чтобы телезрители увидели все подробнее. Что за знак самый знаменитый? Это знак, который здесь уже последние 20-30 лет. Это была раньше реклама для Сетко заправки. Заправка давно закрылась, но потому что все помнят этот знак, они решили его оставить просто как знак, символ Бостона. Символ Бостона. И он такой 20 лет вот так вот горит? Давно горит, да. И ломается, его чинят, но здесь ни одного Сетко нету. Ничего себе, у нас такие горячие рекламы, и только последние лет 5, наверное, там 10, не знаю. Он уже 20 лет здесь. Весь нерв такой. А это что за вода? Это River, Charles River. Charles River. Сейчас ничего не видно, утром. Да, надо снимать, когда посветлее. Ну, сейчас эйфория, хочется все запечатлеть сразу. А ты делаешь эти самые? Сейчас мы приехали есть здоровую пищу. Если честно, я первый раз вижу такое в Америке. Я никогда не видел этого. Нет? Нет. Да. А что это вы сейчас увидите? Это вот такое изобретение салатов. На что я всегда сетовал в Америке, что у них нет хороших салатов. А оказывается, я думаю, можно сделать. Ну, сейчас мы это увидим. Сейчас мы это увидим. Что у нас получится? Сказать, девочки? Мы экспериментировать будем, да? Так, в Соединенных Штатах изготовляют салат. Бедные овощи. Пожалею. Очень интересно. Очень интересно будет попробовать, что получится. Это вот. Он изверг. Не успели мы вам показать салаты. Они были настолько вкусные, что мы их сразу съели. Не ожидал, что я здесь попробую настолько вкусные салаты. Sweet Green называется заведение. Всем советую посетить, кто будет в Америке. Вот. Завтра у нас тренировка первая по плану, поэтому сегодня после долгого перелета решили отдохнуть пораньше. Так что следующие наши видео будут, наверное, уже с тренировок зала завтрашнего дня. Сегодня всем пока, до свидания, до новых встреч.